привет! С вами Евгений Мангубис с ежедневным репортажем Trading Center WebTV. Акции биржи США остаются в минусе в четверг днем, так как инвесторы продолжают обращать внимание на последние комментарии ФРС о монетарной политике. Индекс Dow Jones закрылся с понижением в среду после того, как Федеральная резервная система объявила о более спокойной политике. Джером Пауэлл, председатель ФРС, заявил, что Центральный банк не прогнозирует повышение ставок в 2019 году. Тем временем акции компании Biogen подвержены колебаниям после заявления компании о прекращении испытаний препарата для лечения болезни Альцгеймера. Форекс Маркет имеет следующие значения. Евро по отношению к доллару на 0,36% ниже и составляет 1,1369 пунктов. Фунт по отношению к доллару на 0,73% ниже и составляет 1,3101 пункт. Доллар по отношению к японской иене на 0,12% выше и составляет 110,81 пункт. Пара австралийского и американского доллара продолжает играть на повышение. Курс валют подкреплен восходящей 50-периодной скользящей средней. Долгосрочные позиции будут выше 0,7120 пунктов со значениями 0,7170 пунктов и 0,7190 пунктов. Биткоин на 1,49% дешевле, его стоимость составляет 3971 доллар. Золото дорожает в цене, которая сформировала треугольник на графике и продолжает расти. Долгосрочные позиции будут выше 1312 долларов со значениями 1326 долларов и 1330 долларов ровно. Серебро на 0,12% дороже и стоит 15 долларов 49 центов за тройскую унцию. В четверг с вами была Евгения Мангубис, специальный для Trading Central WebTV.